бывает в Севастополе. Все, подъезд к вокзалу, вот даже видно чуть-чуть. Да, конечно. Поворот нашего поезда. Жалко, что нельзя окна открывать. Люди стоят все, улыбаются. Сейчас, я думаю, на перроне здесь будет очень весело. Не, мы не выходим, мы едем дальше. Мы едем дальше. Как-то даже становится грустно, не хочется выходить, потому что вот эта атмосфера. Я понимаю, что сейчас в Севастополе ждет нас еще более удивительная встреча. Тут столько людей не было нигде. Даже страшно выходить, разорвутся. Спасибо вам за хорошее время, которое мы провели вместе. Взаимно. Еще увидимся. Пока. Ой, Игорь, очень приятно было познакомиться. Мне тоже. Спасибо вам за хорошую компанию. Да. Я и думаю, будем на связи. Да. Поезд-то только первый. Не последний. Далеко не последний. Спасибо вам огромное. Спасибо. Очень круто. И вам спасибо. Всего доброго. Ну, как вам встреча? Вообще невероятно. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас. Всем привет. Ну что, Алена, там такое, выходи. Юля, иди сюда. Все, приехали. Ой, там столько людей. Ой. Сейчас. Полная сумка автографов, да, у вас? Да, нет, подарков. Подарков. Новый год же. Автографов тоже немало. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Наш проводник Юля даже плачет, стоит, представляете? Спасибо. Все, я пока собрался. Извините, нас сейчас потащат. Все. Надеюсь, ничего не забыл. До свидания. До свидания. Спасибо вам огромное. Ой. Спасибо. Палочку? Спасибо большое. Так, у меня рук не хватает. Здравствуйте. Здравствуйте. Ждали поезд тоже? Конечно. Привет, ребята. Вот. Так, такой встречи, конечно, как в Севастополе, нет нигде. Но это же это понятно, собственно говоря. Незаметно. Время пролетело просто раз. Очень быстро. Мама! Мама! Не все получилось сразу опубликовать, потому что интернет вообще нет. Мост как? Мост чудесный. Это впечатления, которые... Ну, я просто сегодня утром не смотрел, но вчера смотрел. А еще не было утром, ночью было, и все, утром еще я никак не могу выиграть. Видел, как отравляли. Да. Спасибо, что пришли. Да я ваш подписчик. Да, спасибо. Сейчас пойду. Я же ваш браво. А вы на Томску видели? Она, ну мы с ней ехали. Кто приехал? Мы с ней праздновали. Ну, с праздником. Ну, вас дорога? Тоже спасибо огромное. Мост вообще грандиозный. Это оркестр Черноморского флота. Это просто удивительно, друзья. Я вчера запустил стрим с Арок. Ой, там со всего мира писали. Даже со Торонто, с Германии. Я в шоке. Волна, когда свет и плыла, и под берегом волну идем, и поем, и шумит над головой со всеми листом.
Тебя не состарят века, и маки у моря пылают предутренней красой, и светит влюбленный огонь маяка. Берег на бережи, сердце навечно. Ты гордый и нежный Севастополь, песня моя.